можно по-разному относиться к одним и тем же событиям, и в зависимости от ситуации, от необходимости выбирать то отношение к событию, да, которое будет продуктивно, которое будет инструментом для того, чтобы двигаться дальше, чтобы преодолеть препятствие, если оно возникло, если найти новые ходы, если вы оказались в тупике и так далее. Это должен быть такой рациональный подход к нашему отношению к событиям. Да, вы его можете менять. Да, оно может быть разным. Вопрос, как это сделать. Потому что часто слышишь, ну, слушай, вот сделай лимонад вот это. Ты такой сидишь весь кислый, вот, у тебя там просто все сводит. Я сейчас говорю, у вас же должно кислый, да, все. Вот, это рефлексы. Это про мозг я сейчас как раз буду вам рассказывать. Ты сидишь весь кислый, тебе говорят, сделай из этого лимонад, звучит прекрасно. Вопрос, как? И вот понимание механизмов мозга, это является ключевым сейчас лайфхаком.